Сейчас мы поговорим о баранах пружинных. Барана пружинная предназначена для поверхностной обработки почвы, для рыхления корки и для выравнивания поверхности поля. В баране пружины используется рабочий орган, зуб пружинный. То есть эти зубья пружины расположены на раме с определенной частотой, и вот с помощью этих зубьев происходит обработка почвы. Как работает пружинная барана, посмотрите на видео. Пружинные борны бывают разные по ширине захвата. Есть у нас трактор. И в зависимости от того, какой мощности трактора мы используем, подбираются разные по ширине пружинные борны. Соответственно, чем мощнее трактор, тем больше ширину захвата борна мы можем к нему прицепить. И тем большую площадь поля за один проход эта барана обработает. Соответственно, подбирается это под лошадиные силы трактора.